Ребята, дико извиняюсь, в прошлом видео у меня камера выключилась. Но именно поэтому я сейчас продолжаю делать днище. Вот. Как вы помните, мне нужно вот здесь вот вырезать квадрат. И сейчас я это сделаю. Оп, вот мы и вырезали квадрат. Дальше у нас пойдет выхлопная система. Именно для выхлопной системы мы делали это отверстие. Вот. Вот что у меня сейчас получается. Нам нужно сделать сейчас мост. Вот начало. Потом у нас будет продолжение сейчас. Также я сделаю передний мост. Вот. Вот, ребята, что у меня вышло. То есть вот так здесь будет двигатель стоять. Вон там выхлоп. Ну и в принципе, думаю, с днищем закончили. Всем пока. Вы были на канале World of Cars. Не забывайте подписываться и ставить лайки.